Где? Вот. Кто там живет? Ёжики. Кто? Ёжики. Ёжики? Ёжики. Думаешь? Да. Никого. Никого. Ну, может, они еще пока не заселились. Пробуждается природа потихонечку. Главное, чтобы клещи пока не повылезали. Остальное пусть растет. Интересно то, что вы делаете, просто я иногда бываю занят. Стоял наш пруд или нет? Да. Я вижу воду. Там еще маленький. Мы поклюкаем, можно? Пап, можно мы поклюкаем? А что такое поклюкаем? Ну это когда мы будем делать в водичку. Тюк-тюк-тюк-тюк. Ну пойдемте. Я, как мы видим, уже растаяло, даже ли дохода никакого нет, Саш, его и здесь и быть не может. Это водоросли, тина. А вот тут вот, смотрите, дятлы орудовали. Вот там, наверху, вот там, видите, сколько там повыдалбывали. Тут все они, скоро это дерево свалится. Вот тут у нас матрей провалился в воду. Тут дыра. Дыра, да. Тут значит матрей по дну я пошел. А вот там где-то я катался на коньках. Сокол. Мышку ищет какую-нибудь? Да. Нет. Какого-нибудь жучка. Дождь начался. Снег мы уже видели. Где? Вон, видите, кружки идут. Это деревяшка. Я бросил. Ты? Да. Эй,
Видите, какая будет? Хоби еще прыгну. Хоби еще. Ну что, идем домой?